Отрезанную человеческую голову обнаружил сегодня утром мужчина, который пошел в лесопосадку в Нижнекамске погулять с собакой. Пес и привел его к пакету, в котором она лежала. Мужчина тут же вызвал на место полицию. Олега Хайрутдинова с подробностями. На месте происшествия полицейские, следователи, прокуратура. Голова мужчины лежит там же, где ее и обнаружил прохожий, в 20 метрах от дороги к поселку Красный Ключ. Он в 9 часов утра пошел на поле рядом с лесопосадкой выгуливать собаку. Пес унюхал что-то в кустах. Мужчина подошел и увидел пакет. Раскрыв его, чуть не потерял дар речи. Внутри лежала мужская голова, сколота резанными ранами. Вот у него спрашиваете. Весь день на месте происшествия работают полицейские и следователи. Пока неизвестно, где находятся другие части тела. Сейчас перед правоохранительными органами стоит нелегкая задача – выяснить все детали произошедшего. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, также назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины, а также на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. По факту обнаружения страшной находки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Алия Хайрутдинова, Светлана Шумкова, Евгений Лызаев. Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь!